Опа, здорово, с вами Бэшек, я в какой-то пещере, тут очень темно, получил жалобу на игрока с ником Винус, и, собственно, знаете, произошла очень интересная ситуация, это соло-сервер, я получил с него репорт, я получаю их уже несколько, я уже за ним смотрел, он выглядел как обычный игрок, но вот сейчас я зашел, он при телепорте на него просто валялся, окей, тэпаюсь по новой, он что-то постоял у спальника, начал бежать, а потом произошло многократное прописывание команды kill. Назовем это так. Ах, это мои уши. Это что сейчас было такое? У меня уже были ребята с читом, которые так делали. То есть они килялись, как будто киляются сразу, там, не знаю, 50 раз. И звук этот циклически проигрывается, вот этот хруст. И вот этот товарищ, который как бы выглядит как обычный игрок, только что ее заюзал. Но на запись это не попало, потому что OBS, конечно же, решил подлагнуть, когда я начал запись. И, в общем, ребят, он только что залез. Ага, он на чите, все. Все. Где фонарик? Смотрите, тут же нельзя забраться никак. У меня уже было видео с таким читером. Тут никак нельзя забраться, а он забрался. Эх. Вот так все равно и бывает интересно. Из одной пещеры вылез, чтобы что? Залезть в другую пещеру. Зачем? Сейчас посмотрим. Давайте включим фонарь. Так. Как он будет спускаться, самое интересное. Так. Смотрим. Ага, на флайхаке, да? Даже без шума приземлился, тут кипарик стоит. Кипарик его, я так понимаю, не видел. На стелсике приземлился, он его тоже не трогает. Ага, ведерко для вида поднял. Вы поняли, ребята, как нужно правильно мимикрировать, играя с читами? Вот так вот, правильно, выбрасывай весь этот мусор. Я могу тебе тоже помочь выбросить весь мусор из себя, если хочешь. Он что, застрял, что ли, выбраться не может? Ага, он реально вылезти не может. Ну он же вылазил уже, забирался туда, давай, дружище. Читы руки ведь выпрямляют, так говорят, да? Можете ракеткой помочь, не? Слишком палевно, слишком рано себя выдадим. Только не говори, что ты будешь стоять АФК очень долго. Давай ты что-нибудь сделаешь. Пильнулся, понял. О, что это за место? Карьер раздолбанный. А, он еще и работает, там турельки есть. Его что ли карик? Походу да. Ну да, его. У него есть выход в эту сторону. У меня есть глупая идея подойти туда и кидать ему, например, не знаю, гранаты или зажигалки, будто я турели выношу. Он меня грохнет, а потом попытается обратно забраться, когда меня залутает по вот этой штуке. Мы еще раз посмотрим на его флайхак. Так, я потихоньку крадусь. У меня с собой гранатки. Вроде вправо, если я правильно помню. Идем так аккуратно, идем. Самое что интересное, у него какой-то здоровый пинг. Прям неестественно здоровый, там что-то в районе 330. При этом он понимает, что такое set home. То есть он как минимум разбирается, что проект модовый. У меня АФК, братишка, ну ты чё? Я тут целую операцию разработал, чтобы тебя забайтить. А ты вот так АФК стоишь? Не, так не интересно. Он издевается. Вот только я придумал план. Он стал АФК и стоит. Красивая. Ну вот так красивее. Жду, пока он выйдет из АФК. Стоит уже достаточно долго. Решил снова посмотреть эту пещеру. Но этот подъем, он непростой. В соло не залезешь. Зато вот там, увидел кое-что интересное. Промокод для проекта серверов BIRS, он есть в описании вместе с IP-адресами для подключения. Врывайся, а мы продолжаем. Ну конечно, пока тот стоит АФК, прибежал снова этот товарищ, который будет что делать? Наверное ничего, просто стоять, так же как и я стоял. Дружище, ну что тебе это даст? А, ну я понял, ты решил ему осветить все, да? Зачем, непонятно, ну ладно, пусть будут. А файерами сожжешь ему турели, давай кидай больше. Видите, ребят, у обычного игрока не получается. Я тоже обычный игрок, у меня тоже не получилось. Я так понял, бесполезный Томик решил избрать мою же тактику, стоять и АФКшить. Ай-яй. Так, это было не запланировано. Тусуется в своем доме, вроде активный. Сейчас можно быстренько вернуться где-нибудь вот здесь. И очень быстренько зарезаться и прилететь. Я могу просто не успеть. Так, окей. Лутал меня. И что, ты пойдешь наружу? Моим добром. А, обратно зайти. Ну только не выходи наружу, так неинтересно. Кого ты ждешь там? Никого не будет. Он думает, что кто-то сейчас пойдет, и он будет его простреливать. Ну то есть вот отсюда. Долго он так будет сидеть? Ведь никто не пойдет. Так, у него сейчас КД на спалке. Самое то, чтобы себя кинуть. Ох, убил, зараза. Феноменальный товарищ. Он снова побежал ждать, что я приду. Выключил ему урон. Сейчас потихонечку подойду туда. О, отлично. Иди сюда, мой хороший.
Спасибо тебе за лут. Он просто ливнул из игры, когда я его убил. Он бежал со спальника, не знаю, ну просто резнулся в рандомном месте. Бежит и киляется, знаешь, такая функция есть в чите. Когда ты киляешь, у тебя будто ноги ломаются там 10 раз подряд за секунду. То есть звук такой многократный переломанных ног. Вот-вот, это я слышал, он, да. Он, короче, кильнулся, это читы, только, это только чит так может. Да-да-да, никого нет. Все нормально. Ой, хороший ты мой, наконец-то! Полтора часа времени убил на все эти приколы, чтобы ты просто один раз нормально спалился, чтобы зрители увидели, и потом мне говорили, что админ забанил ни за что. Чтобы вы понимали, его я мог забанить примерно до включения записи, потому что там подлагнул ОБС. То есть я уже все понял. Потом второй раз понял. Вот я уже в третий раз вместе с вами понял. Вот после этого еще можете написать, да, что это не читы, туда запрыгнуть можно, я уже про это шутил, там физик степс и всякие. Не, ребят, там физик степсы не катят. Так, это значит здесь. У него где-то был карьер. Его карик. Его, да, смотрите. Да-да-да, это его карик. Тут кусками его постройки. Кстати, сейчас палочка давайте пробьем. Палочка вообще какого-то другого игрока. Тут остатки другого игрока. Так, а что вообще на карике? Давайте проверим. Тут накопал что-нибудь? Накопал, у него тут турели. Сейчас я быстренько разомну турельки. Разминаем турельки. Отлично. Ну, сломали все, что можно. Во, ребятки, наконец-то. Я думаю, вы могли это слышать в моих предыдущих видео. А если не слышали, листайте мой телеграм-канал и туда этот моментик скину. Ну, чтобы вы просто понимали, что если вы слышите вот такое, это необычный игрок. Это явно чит. Это, знаете, такая функция килла. Ну, чтобы быстро кинуться, например, когда ты прописал килл много раз, а там же защита от спама стоит, чтобы ты не спамил киллом. Вот такая опция есть в читах. Все для удобства читеров. Снова прописал, ты гляк, какой хороший. У меня такое ощущение, что он даже не знает, где его карьера располагается, и просто спамит свои спальники. Да ё, просто ты вовремя затэпался, что творится-то? Так, 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 так. Боевые курицы, погнали к бою. Кусь его за пяточку, кусь. Давайте. Ой, красивенько. Угу, что-то странное, да, случилось? Hello, my friend. Voice, voice. V. VK. To voice chat. Ага, ага. How are you, bro? How are you? What's happened, bro? What's happened? Ё, просто он даже акулу залагать умудрил своим непонятным функционалом. How are you, bro? Oh, baby. Oh. Hey, man. Why? What's up, bro? Есть пробитие. Да, ракета полетела без него. У него включена эта штука в чите. И он как бы вот, да. Даже не взлетает. Ай, ай, ай. Иди сюда, дружище. Не стреляй в меня. Иди сюда. Сейчас будет представление цирковое. Подходи. Будем вместе смотреть. What's happened, bro? Я, кстати, видел этого челика. Я видел этого челика. Да, мог ты его видеть вполне себе. Он играет очень сильно, очень мощно. Очень честно. Видишь, он не разговорчивый особо. No, no, no. No music, please. Вот на этом моменте это чудо на унитазе включило музыку. Понятное дело, по понятным причинам я не могу включить ее в видео. И тут уже я просто не прошу, а предлагаю, кому интересно, можете послушать в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании и также на экране. Музыка твоего конца. Хороший трек подобрал. Со вкусом. Улетел, братулет. Видел? Видел? Как он летает. На акулке. Да-да-да, вот так вот. В общем, не хочет он. Ладно, увидишь себя в видео, возможно, его тоже. Смотри, какая фишка. Смотришь на унитаз, да? Ты тоже смотри на унитаз. Смотришь? Нет, не смотришь. Смотри на унитаз. Смотри, когда долго смотришь на унитаз, читеры забаниваются. О, видел? Сработало. Бля, я тоже так хочу. Ну, это работает только с читаками, да. Не у всех прокатывает, видишь, такая эксклюзивная опция. Да ладно. Я видел то, что видел, мне показалось. Он сейчас спустился от кого-то сверху и не хрустнул ногами. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, что-то я не то увидел. Зашел на шестой сервер просто посмотреть, как тут дела. И знаете что? Летая по карте в поисках нарушителя лимита, наткнулся на этого товарища. Не знаю почему, но мне показался странным. Вот этими моментами вы видели тоже, да? Это называется Спайдермен. Он оттолкнулся от воздуха. Но странность была не здесь. Я еще не успел включить запись. Он, получается, вот здесь бежал. Вот тут вот так вот бежал. И вот так спрыгнул. И он семенил ногами в воздухе, но хрустнул ногами при падении. То есть такое ощущение, что прожал не до конца. Но пытался. И вот сейчас он тоже что-то творит непонятное. И вишенка на торте.
35 часов в расте. Немного больше, ну буквально в два раза. И статистика интересная, у него 20 к 4. У этого чуть похуже. Такие товарищи с малым количеством часов ворвались сразу с трех ног. У Starfish, кстати говоря, свежий бан, то есть свежая игровая блокировка, но, понятное дело, это не раз, это какая-то другая игра. Тем не менее, подозрительно. Получил бан за читы в одной игре, пришел в другую. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да-да-да, оба читера. Ой, красота. Так, что с этим? Давайте посмотрим. Ну да-да-да, все. Стопроцентные читеры. О-о, не туда спрыгнул, надо обратно на чите. Красиво, красиво. Ага. Побежал такой сильный, мощный. В общем, что, ребятки, они теперь без урона. Могут стрелять, но урон никому не нанесут. И я выключил сразу обоим. Ну, чтобы не натворили делов, потому что сейчас будем развлекаться. Не знаю, насколько их хватит, насколько быстро они поймут. Пока что тут особого экшона не предвидится вокруг. Ну, не то, чтобы много народу. Все вдалеке. Так. Боты, давайте, разбирайте их. Они все равно не понимают, что урон-то выключен. Ой. Разбросало бедного. Разорвало на кусочки. Ладно, просто лут вылетел. Ё-моё, посмотрите. Так, а где товарищ бежит радостный? Ой, а там Миша. Там Миша жесткий. Так, что у нас тут? О, домик QVE-шки. Так, это тоже вылететь успел. Или нет, не вылетел. Смотрите, он на экране смерти. Он отображается у меня. Ну, или отображался только что. Ладно. Грустненько. Второй тоже вышел. Ну что же, зарепортил я их уже, но не поразвлекался. Ну так, ребята, ну и бывает. А потом, что серия такая короткая? Ну вот. Тут мог бы быть нормальный контент, но они вышли. Хотя я всего лишь выключил урон. Они, видимо, что-то поняли. И второго. Прекрасно. А ну, в чат что-нибудь напишут? Реакция будет? Ну, немножко есть. На самом деле, никакой ЖБ не видел. На самом деле, я сам их задетектил. Чисто случайно. Редкое явление, но бывает. А ведь они еще не понимают, что тиммейт тоже был с читом. Наверняка те, кто подписан на мою телегу, видели мой масик про то, что утро начинается не с кофе. Так вот, я перезашел раз через некоторое время и обнаружил, что их забанили. Игровая блокировка и у одного, и у второго, и конвертик пришел. Скринчики на экране. Можете поставить лайк за это. Какой-то лут тут был. Ну, в принципе, кто найдет, того и будет. Я так понимаю, на содержание там есть, да? Ну да, есть, на 10 дней. Ну, в принципе, забахать. Тут пара дверей, еще одна и деревянная. Где этот прыгун-попрыгун? Вот он бегает. Два раза тэпнулся, думаю, что-то не то, что-то не то. Вот опять что-то не то. А тут он что-то опять сделал. Вот флайхак у него, походу, был. У меня репорт сработал, тэпаюсь, там два кипаря, его с арбалетов уже разнесли. Спросил у них, они говорят, ну да, он, говорит, запрыгнул там на почти на полтора этажа вверх. Пошли пожилые зажимы. Так. Ё-моё, да взлетай. Давай, молодец. Ох, хорошо как. Где моя камера? Готовимся, так. Ясно. Эх. Кипарику подгоню тыковок, потому что кипарик развалил читака. Вот так вот, понимаете? Сделаем вот здесь ныку. И туда немножко тыковок. Прячем тыковки. И ждем. Хотя не факт, что он сюда побежит. Он у домика там бегает что-то. Опа! Ух, как мощно! Ух, как летаем хорошо! Найди-то стэш. Ну, давай. Опачки! Фоточка готова. Чё ты там? Давай, тренируйся. Там где-то стэш был закопан. Давай, выкапывай. Так, что у нас там на фоточке? Как он летает? Давайте скинем фоточку. А он даже её не видит. Вот так. Опа. Посмотри, чё там. И чё, ноль реакции? Реально вот такой вот? Притормозил что-то. А ну-ка. Давай, выходи, сервака. Чё такое? А? Спалили тебя, да, с поличным? Алло! Я тоже так могу. Вот так вот, братишка. Не-не, там никого нет, я за спиной у тебя. Давай. Он бедный в замешательстве, не знает, что делать. С поличным пойман. Улики есть у нас, да. И чё это? Так, где у нас свежая фоточка, на. Окей. Сам попросил, сам получай. Чё такое?
что такое? Он звуки, что ли, слышит, когда я фотографирую? Ну, кстати, возможно, возможно. Боится, боится, боится. Оглядывается, оглядывается. А вдруг сейчас админ что-нибудь киданет сверху снова? Вот так вот. Ну-ну-ну, что там? Что там сверху? Давай посмотрим. А ничего там нет. Нет. Он еще и иностранец, судя по его речи. Очередная улика. А, правда, бездоказательная, но все же интересная. Пошел отсюда! Нормально. Обменялись фотками такие. Опа, я твою посмотрю, ты мою посмотришь. Устроил бесплатный фотосет. Ладно, это, конечно, весело. Он всем ручкой машет. Такой добрый, а дайте ему пушку, он всех разнесет просто в миг. Where are you from, bro? Where are you from? It's Australia, mate. Ё-мо, я не слышу больше часть его слов, но как-то очень быстро говорит. Where are you, mate? My country is the server. Where is that? Where is that one? Чё-то говорит, что я демон. А куда ты собрался, дядь? Всё, 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 всё. Хорош, хорош. Наигрался. Чё там тебе было интересного? Ничего в тебе особое не было. Вот так сделаем. И закинем ему эту фоточку прекрасную. Давайте посмотрим, что там на фоточке. И вот так. Ну-ну-ну, давай, стреляй уже в него. У нас вообще темно. Ух ты ж, просто ты. Он что, на чите гоняет? Просто. А как так? А как? Это шо, блядь, было? Я просто подлетел посмотреть, что два челика делают рядом. Я вообще зашел по другому репорту. Это лагал. Это читер какой-то. У меня ФПС до нуля просел. Ты чё, как? А шо тебе 500 раз стрелял? Говорит, ФПС просел. Так у меня зависло, у меня звук выстрел залагал, и было 500 выстрелов. Прикольно у него залагало. Сначала вы видели, зашел по репорту на другого игрока, смотрю, недалеко, два игрока рядом. Ну это соло-сервер, думаю, дайте-ка я гляну, что там творится. Мало ли, может они лимит нарушают, рейдят там что-то. А нет, вот у нас читер, которого залагало. Вот так вот, да? Новая отмазка, ребят. Если вы с читом, то говорите, что у вас залагало и 1 FPS. У него не залагало, он с читом гоняет. Он только что спустился на флейхаке. Ему вообще нормально как бы. Смотрел во все стороны, никого поблизости нет, да? Так, сейчас галочки переставим. Хочу что-нибудь другое попробовать. Тэпается куда-то. О, что нашли? О, его домик. Наш дружище вышел. Так, ждем. Смотрим, что он будет сейчас делать. У меня, кстати, факел классный есть. Разработчики не стали запариваться и переделывать анимацию, просто примерно то же самое, только с нажатием кнопочки. Ты куда ты опять улетел? Ну ты чё? Это да. Пытается разобраться с ботом, у него получается не очень. Он стреляет в них, но он в них не попадает. Такое ощущение, что у него чит на некоторые функции включен, но аимчик он пытается использовать сам. То есть такой жесткий опасный дядя. При этом у него получается как-то очень вяло. Чё там, как там? Зоопарк пришел на помощь. А я тебя предупреждал, не стоит. Так, подымем братишку. Ну не уползай, дружище, ну не уползай. Постой, ты на месте. Давай, рассказывай. А? Расскажу тебе много. Димон, лутай его, если хочешь. Чё тебе рассказывать? Только ты не видел меня. О, боже, здорово. Здорово. Поделал. Где-то здесь был. Он валяется, отдыхает. Приунул немножко. Спасибо. Да и что-то думает. Как это получилось? Как его схавали курицы? Ну все, наигрался. Да просто ты. Ну ты что такой-то скучный? Его же дом давайте проверим. И его. Давайте посмотрим, что у него по луту было. Ох, ох, просто. А застройка-то какая, вы посмотрите. Столько ящиков, наверняка большая часть пустых, потому что он бегал с берданкой. Шкаф залочен, кровать его. В общем, знаете, что сделаем? Я не буду трогать его шкаф, не буду трогать его дом. Кто его зарейдит, тот получит ресы. Логично? Логично. Очень быстро сдался. Буквально с одной курочки. Никакой выносливости, не сражался до талого. Ребят, когда вы слышите большую стрельбу очередями из того, что не стреляет очередями, задумайтесь. А когда вот так с лука стреляют, и вы это слышите, пускай даже не видите, стоит призадуматься, записать ник этого игрока по возможности. Можно кепочкой ему просто отдаться, погибнуть, F7 репортик, что, например, стрелял там с йоки очередями или с лука. Потому что это с большой долей вероятности читы. Вы сами все видели. Подписывайтесь на телеграм Бэшика.
Там появляются эксклюзивные видосы, которые не попадают на YouTube. Ставим лайки, ребята. А нормасная тяга, ребята. Посмотрите, как плечу. Быстро так, классно. Полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот теперь точно конец видео. Наверное, может быть.